готов. Всегда. Держи. А ты лютый. Да, еще как. Соколовский Игорь Владимирович. Пока не знаю. Ну вот поедем и узнаем. Куда? В оперу. Адвокат позвонил. Он всегда со мной в оперу ходит. Узнаешь? Светлана Викторовна, тут чужой. Как хочешь, я, Игорь. Что-то у меня нога затекла, и ручка. А как его зовут, я забыла. Игорь. Меня кто-нибудь слышит вообще, нет? Мы не договорили! Что за неуважение такое? Я здесь! Что? Соколовский, ты совсем идиот, что ли? Ну, это не новость. Вань! Сова, открывай! Медведь пришел! Что надо сказать? А мне дядя Валера бинокль подарил. А это со стократным увеличением, между прочим. Парни меряются оптикой. Ну, это нормально. I'll be back. Ага. Ну, что дальше? Зоопарк, ипподром, стрип-бар, казино. Чего берешь? Вот это мутный. Ну, ты резкость не види. У меня пациент. А я кто? И, между прочим, я стал отцом. И я чуть не умер от счастья. Вернее, сначала я чуть не умер, а потом стал отцом. Да, и сейчас лечу. Самое лучшее лекарство, это что? Это шопинг. 200 тысяч рублей. 200. Ни в чем себе не отказывайте. Пин-код 4 шестерки. 6666. Не 3, 4. Не забудьте. Закрыть гештальт. Как? Гештальт. О, красивое слово. Гештальт. Мне мой психотерапевт посоветовал, если хочу стать хорошим отцом, надо закрыть свои гештальты. Как бы. Это что такое? Гештальты. Гештальт. Эй! Ночь во дворе! Я сейчас ментов вызову! Пожалуйста. Только не ментов.